eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Впервые в 8-м сезоне легендарной серии Star Ladder зрители и фанаты смогут сами определить главную награду в дисциплине Dota 2. Стартовая сумма призового фонда – 50 тысяч долларов. Каждый купленный билет турнира добавит к нему 2,5 доллара. Смотри игры через Dota 2 клиент. Поддержи любимые команды и внеси свой вклад в развитие Star серии. Уникальный сет на Вивера в подарок. Ну что ж, доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами по-прежнему Каспер. V1 Латом испровадили, он себя слишком плохо чувствовал. У нас тут все по очереди болеют. В общем, на ваших экранах сейчас то, что мы сегодня смотрели, либо будем смотреть. Первый матч после Gaming Next мы уже оценили часа так 2-3 назад. Sigma Flipside — это тот матч, который мы будем смотреть с вами сейчас. Ну и потом Flipside против Маус Спортс. У Flipside'ов дела обстоят... хреново, очень хреново, увидите. 6 игр, и счет 1-5. Это не самая лучшая стата, которая может быть. Ну вот, собственно говоря, команда Sigma, которая играет против них, у них все более-менее окей, 3-1. И Моуза 4-2, тоже, которые будут играть против них чуть позже. У них тоже все нормально, поэтому придется очень сильно попотеть парням. Поехали. Flipside Tactics. Bulk S7... Это как S4, только на 3 больше. Включаем Гуфа. Shy, Sly, если я правильно читаю, Inlight и Afterlife. У команды Sigma все нормально. У них опять Изгма, Фата, Fucking Mad, Сокс, Мигель и Пас. Поехали. Flipside, Alchemic Potom. Первые два пика, видимо, Элдер Титана в бане, видимо, в бане также Виномансера. И Висп Фурион в бане от Сигма. Вот это интересно, такие два глобальных товарища remaining. Забанены. Ну-ка, ну-ка. Бэйн, да, Бэйн заехал, но вот кого заберут еще к Бэйну? Вариантов, в принципе, еще достаточно много, какие хорошие герои у нас там пооставались. Я даже пока теряюсь в догадках. Обычно я говорю Элдер Титан Виномансер, но сейчас мы видим, они оба в бане. Это у нас, помню, было время Виндранер Виномансер. Мы могли во время любой стадии пиков сказать, что Виндранер Виномансер, и постоянно брали либо одного героя, либо другого. Но сейчас у нас немного другой, немного другая тенденция, да, и Элдер Титан мы все чаще встречаем вместе с Веником. Ну, не обязательно вместе, можно по отдельности, но потому что герои оба хорошие. Кристал, Мейден и пошли у нас баны. Баны, как мы видим, на баны времени у нас осталось очень мало. У Фаты. Ну-ка, Визидж. Тут у нас что осталось? Осталось хардлайнеры, мидеры, минус Сларк. Вот так. Я наслышан о том, что в последнее время мы видели пару раз Сларка в профессиональных играх. Я просто не все игры успевал смотреть. И... Там он заезжал неплохо, и, следовательно, команды решили убрать его, команда. Кстати, да, сейчас я прочекаю Dota TV. Все
А, звук в Dota TV. Да-да-да, сейчас. Сейчас прочекаю звук в Dota TV, друзья, а то... Да-да, походу запирает. Ага. Туть-туть. Все, готово. Теперь в Dota TV меня должно быть слышно нормально. Теперь все должно быть окайно. Так, Crystal Maiden, это мы уже видели. Да, минус Пугна также от Sigma. И... Четвертый бан для Булка. Flipside Tactics. Outworld Devourer отправляется в бан. Так, ну и по поводу ролей. Пока непонятно, где будет стоять Алхимик, непонятно, где будет стоять Патма. Эти оба героя могут стоять как в миде, так на... керри позиции, Алхимик может еще и в трипле постоять, сложной где-то. Бристлбэк. И все по-прежнему непонятно. В принципе, Бристл может, опять же, и пофармить, и в миде постоять. Но если так навскидку прикинуть, то, возможно, Бристлбэк будет у нас фармить. Патма мид и суппортящий Алхимик. Такое, в принципе, может быть. Ну, посмотрим, конечно, как расставит линии команда Flipside. Потому что бывает всякое. Естественно. Тимберсоу! Этот товарищ тоже может пойти куда угодно. В общем, у нас действительно в последнее время наблюдается то, что герои становятся чуть более универсальными. Команды находят им все более обширное применение, что, конечно, не может не радовать. Так. Shadow Demon! Вау! Но это Патма Шадоу Демон, или Патма Алхимик, точнее, Шадоу Демон Алхимик. В общем, это связочка, да, связочка, неплохая связочка. Все три героя работают неплохо, возможно, даже мы увидим их в трипле. Ничего исключать нельзя, может, это вообще какие-то ромищи будут Алхимик Шадоу Демон или Патма Шадоу Демон. И 10 секунд всего остается у Фаты. Для того, чтобы оформить предпоследний выбор. Radiant Team Ban. Radiant Team Ban. Так, Драгонайт. Ну, Драгонайт тогда, скорее всего, мид. Тимбер у нас идет в сложную. ЦМК, Бэйн, естественно, суппорты. Остается керри, герой. Это Вайпер. Ну, в смысле, Вайпера забанили. Считали, что, возможно, это будет Вайпер парня из Flipside. Этого товарища мы больше не увидим. Ну, и я реально даже не знаю, что сейчас будут банить, что будет керировать, что будет сложнировать и так далее. Все пока еще достаточно смутно, ясно. Дело ясное, что дело темное. И 5 секунд остается на последний бан. Это Клокверк. Ну, значит, да, значит, считают, что не хватает героя как раз-таки в сложную, что Патман будет в миде Бристл фармить. Или же наоборот. Вряд ли это будет ромящий Бристлбэк. Видели мы таких ромящих Бристлбэков с Годхантом. У него в паблике есть ссылочка на то, как он играл на ромящем Бристлбэке. Это Пак! Ага, значит, Пак будет стоять в миде, трипла... точнее, Бристлбэк будет сложным, Патма в легкой, и Алхимик Шадоу Демон будет ромить. Или, опять же, или Патма Шадоу Демон, пока еще не ясно. На кого оставят роль керри, парня из Flipside. И точно так же непонятно тогда, кого же брать. 10 seconds remaining. Тем временем. 5 seconds remaining. Остается всего 3 секунды. А это Джиггернаут. Да, Сокс у нас играет на Джиггернауте. Фата, Драгон Найт, Мигель. Тимберсов, Факенмэд, Кристал Мейден и пас это Бэйн. У команды Flipside. Шай, Слай, это у нас Алхимик. Инлайт, это у нас Пак, Булк, Шадоу Демон, Афтерлайф, Бристлбэк, ну и
грейженная версия S4 и играет на Патме. S7, это вроде бы авиалинии есть такие, они там отличную, я слышал, запеканку дают. Ну, я думаю, все поняли, что это был сарказм, надеюсь. Наши парни летали на Игромир, и они никогда в жизни не забудут эту запеканку. Так, тут у нас что, я сразу вижу необычный меч. Это Файрнмор на отдачи. Да, и... Кинетик Гем. Да, Файрнмор Ассаулт. Ну, собственно говоря, вот этот эффект, да, который вы видите. Продают его теперь в магазине в обычном. Вроде как. У него там даже скидка вроде есть. Такс. Ну и тут что мы видим? Да, будет у нас вот этот трипла, Алхимик, Шеду Демон и Патма. Против них будет стоять Тимбер. Да, если Тимбер сейчас будет играть хоть чуть-чуть неосторожно, он будет умирать, будет часто умирать. И для того, чтобы этого не случилось, ему сейчас... Я даже не знаю, что ему сейчас надо. Ему надо вообще не выходить из-под Таура толком. Вардов у него нету на его сложной линии. Следовательно, помочь ему тут никто не может. Так, у нас выход с Вардом и Afterlife. Ну, там 606 хп, да, его вряд ли получится убить. Хотя, слип, минус 80, что-то такое. Да, еще Нова. Ну, могли, думаю, пытаться как-то его принять. Ну, ладно. Не хотите, как хотите. Так, Фата против Инлайта будет стоять, да, Пак против ДК, Пак, если будет хорошо реагировать на Брисфайры, я думаю, будет отлично здесь стоять на линии, Бристлбэк, мы понимаем, стоит против триплы, в общем, трипла, что там, очень неприятная, достаточно убийственная, следовательно, парни в этих трипл-лайнах, которые стоят, ну, не в этих лайнах, а я имею в виду против этих трипл-лайнов, им будет достаточно сложно сейчас... фармить. Там мы уже видим, принимают Бристлбека. Это First Blood. Все очень просто. Слип, Нова, крутилка. Вот то, что могли проделать, еще попытаться проделать на руне, решили проделать сейчас. И, как мы видим, была весьма успешна эта вылазка. Тут у нас Мигель. И я уверен, что сейчас уже начнут мошнить по поводу того, что пора бы идти убивать этого Тимбера. Тимбера, кстати, здесь видят. Алхимику бы не помешало прокачать стан, я уверен. Я уверен, что нужно ему сейчас качать этот стан. Тут хорошо, может быть даже... Второй, да, второй он тут должен поднять. По идее. Да, есть у него второй уровень, есть сразу же тучка, есть сразу же стан. Так, как у нас тут дела у Инлайта? У нас щиток есть просто у Фата, поэтому Фат себя здесь неплохо чувствует. У него хороший реген, 3 хп в секунду. Также мана-реген очень неплохой за счет того, что Кристал Мейден присутствует в команде. И ДК в миде вообще просто непробиваемый. Мне кажется, Инлайту стоит сосредоточиться непосредственно на фарме. Именно на крипстате, потому что противостоять здесь Драгонайту, мне кажется, будет нереально сложно. Инлайт, давай, соберись. Одного крипочка пока забрал, я думаю, этот тоже крипочек должен будет достаться ему. И хорош. Так, знают, что Мигель находится где-то здесь. Патма фармит на изичок. А тут у нас опять проседает Бристлбэк. Причем, ну, Бристлбэк тут все более-менее окей. Есть у него еще реген. Сейчас еще тут, может, даже... Да, второй левел он тут получает, безусловно. Ну, и отправляется во свояси. В общем, суппорты немного угомонились. Пас, видимо, оттянулся в центр. Хотя, не знаю, по какой причине. Тут ребята, например, вообще не хотят трогать Мигеля. И мне, на самом деле, немного не ясно, почему же. Потому что с такой комбинацией можно вообще творить невероятные вещи. Дело в том, что Вижна, во-первых, у Мигеля нет никакого. Он, конечно, может играть осторожно, но он наверняка не знает, когда кто выйдет. И можно этим попытаться воспользоваться. Ну да ладно. Что это было? Что-то у нас тут трещит. Возможно. Так, Пак. Другой. Хорош. Ну, тут, конечно, было сложно добить. Ну, и вот тут уже, естественно, есть давненько. Так, ДК у нас ботл обузит. Бристл вообще никуда не выходит. Бристл, в отличие от Тимбера, действительно подвергается постоянным гонениям со стороны команды Сигма. Его реально там постоянно напрягают. Видите, вот эти выходы от паса и
В общем, неприятно, неприятно ему там находиться. Подмать временем, 1200 уже есть. Что это? Мидас, естественно, сейчас будет. Я уверен. Ай, крипочка не забрала и не заденаила. Подма, подма. Опять же, соберись. Ну, потом уже сейчас будет пятый уровень. И, как мы видим, замакшенная не стрела, а Starfall. Хотя не исключено, что на пятом мы увидим именно стрелу второго левела. Будет такой более-менее сбалансированный. Так, Мигель. За Мигелем выходят. И Блук прячет. Естественно, зачем нужна стрела? Это все для неудачников. Он просто сказал, типа, чувак, у меня стрела первого уровня. Учитывая то, что они мутят комбинацию, я вообще не понимаю, на кой черт нужна стрела первого уровня. Ну, в смысле, на кой черт нужен Starfall третьего, потому что стрела бы третьего сейчас пригодилась намного больше. Ладно, в общем, немного непонятный принцип взаимодействия героев и скиллов у команды Flipside. Обычно делают немного иначе. Возможно, в этом есть какая-то задумка, но мне почему-то кажется, что просто парни не слишком, скажем, надеяться на то, что получится провернуть эту связку. Хотя на кой черт нужно было брать таких героев, если вы на нее не надеетесь, на эту связку. В общем, как-то все странно выглядит. Тут у нас Бристол неплохо настакал. И, возможно, пойдет фармить в ближайшем будущем. Так, там у нас в миде минус пак. Совершенно спокойно его забирают вдвоем. Баты, фукинмэт, хорошо. Тут у нас тем временем напали на Тимбера. Вот она, стрела первого левела. И видим, что Мигелю вообще плевать на то, что в него что-то только что попало. Там Старфоу подма так и не дала, кстати. Короче, опять же, как-то все это выглядит глуповато. Да, вот он, рецепт на Мидас прилетел. Зато Мидас подма собирает, естественно. Да, тут уже неплохо разбираются, еще и раскрутка от алхимика. Ну, такого-то уже грех не забрать. И вот он, Starfall. Ну, да ладно. И сразу же Мидас у Патмы нарисовался. Тут уже Тимбер, на самом деле, загулял. Я не понимаю, какого черта он там делал на линии. Потому что ему там объясняли без вариантов. Та же самая примерная ситуация, которая и с Бристлбеком. Правда, у Бристлбека есть... Хотя у Тимбера тоже, да, есть. Это фишка с накручивалкой армора, там, регена и так далее. То есть два героя достаточно жирные, их сложно убить. Но Бристол был бы, например, шестой, его вообще было побить почти нереально, потому что там мувспид был бы бешеный. Так, и Севен убегает. Была тут вылазка от Сэмки в смоке. И также вылазка от команды Сигма. Или же нет, нет, пас у нас отошел, пас только третьего уровня. Бристол тут четвертого, кстати, может нормально навешать этому пацану. Хотя там второй брейнсап, ну второй это не самое страшное, да, 160 урона. Так, и Мигель. У Мигеля есть 10 зарядов просто в стиках, поэтому он думает, куда бы их потратить. Подставляется лишний раз. Хотя ему, по сути, пофиг. У него второй реактив армор. И реген у него очень неплохой. Брони у него тоже немало. Да, увидел Бейн сейчас, что тут происходит. Увидел всю эту гапшу энджентов. Не получилось сделать очередной стак. Ну, этого, в принципе, достаточно, если есть план у Бристлбека. Просто пойти побить пацанов. Ну, я имею в виду вот этих. Так. Седьмой левел уже Джиггернаут. Ему, к нему лучше не подставляться. Опять же, затишье. Счет пока 1-2. Давайте посмотрим. 7 минут с копейками прошло. Кто у нас все-таки лучше фармит? Давайте посмотрим на крипстаты для начала. Или же... Нет, нет, нет. Тут сейчас фат будет убивать. Стан. Сейчас еще что-то закинут. Стан также залетает Фату, да, все это дело под тучкой. Фата по-прежнему живой, блин, какой же все-таки живучий это Dragon Knight. Еще проблемы могут быть у Shadow Demon, но Shadow Demon уходит в инвиз. Инвиз под мы просто сработал. Да, и ДК отсюда просто улетает совершенно спокойно. Через несколько секунд появится еще следующая руна. Тут уже инлайта ловят, будет ли брейнсап? Да, должен быть брейнсап. Слишком мало, конечно, дэмэджа вносят, но это не мешает убить инлайта. Так, и где там у нас руна? Руна у нас появляется на топе. Ее сразу же забирает Бристлбек. Это была хаста. Да, так вот, только-только сказал, что игра немного затянулась. Так сразу же мы наблюдаем бешеную активность. Так, и Джиггернаут здесь под хилинг-вардом начинает спушивать вышку. Причем тут еще есть катапульта, которая тоже неплохо это, я знаю, умеет делать. Так, и алхимик, который здесь бьет варды. Я наша Патма. Патма только что на нее смотрел, точно что-то я туплю.
Да, Брестлуэку, конечно, остановить это, ну, не то, что будет сложно, он-то крипов будет отсюда уводить. Будут ли Сигма пытаться сейчас как-то более агрессивно действовать? Так, барабаны у Джиггернаута неплохо. Сейчас будет еще быстрее. Быстрее, выше, сильнее. И потом. Потом, опять же, Мидас. Вторая там уже стрела, кстати, по отмытым временем. Ну, левел просто уже достаточно большой, поэтому нечего больше качать. Ну, или качать что-то другое, это было бы вообще не вариант. Кстати, смоук на смоук, и Бул тут находит. Естественно, стрелы мы здесь никакой не увидим. Это был, скорее, сейвовый вариант. Хотя там у нас уже Бэйн. Ну, Бэйн может найти тут свою смерть. Нет, смерть свою он найти тут не может. Смерть найдет здесь, скорее всего, Булк. Да, его пытается подблочить. Факин Мэтч, сейчас будет колба. Это минус Шаду Демона. Так, и тут минус Патма. Что-то Мидас ей, видимо, не помог здесь, в этой ситуации. А было бы ПТ? Сколько там ПТ разница с обычным тапком? 50 мо спида. Лол. Что? И тут 50 мо спида. Разницы нету. Тогда... Нет. Тогда можете просто... А, нет, были бы фейзы. Тут, в общем, проблема у Инлайта. Оу, как же ему больно. Ну и Алхимик. В принципе, не пофиг, какую цель бы он здесь выбрал. Что Мигель, что Фата очень жирные. Лаг, пишет Инлайт. А, у Алхимика лагает. Да, сейчас-то напишет. Случайно, как демон когда-то. Когда еще не было кнопки отменить, да, и демон в выигрышном матче написал ГГ. И выигрышный матч стал проигрышным матчем. Вот это был эпик. Вот так вот надо уметь делать. Это только демон умеет делать, который сейчас там в Корее где-то корейцев учит играть в доту. Так, ну и чем-то с Мигелюшка занимается. Что, бустерок какой-то? Да, это все-таки Виталики бустер. Будет Вангуард. Вангуард знает, чем захватить сердце комментатора. Вангуард ведь просто нереально бешеный айтем. Как ни крути, а плотности он добавляет потрясающее количество. Колоссальное количество. Так, что у нас тут Алхимик? Алхимик, ничего интересного. В общем, игра на самом деле не слишком быстро у нас наблюдается. Периодически какие-то стычки. Видим, сейчас размен будут пытаться сделать товарами. Так, Джиггернаут уворачивается от всего, ставит Хилинквард и просто тупит. Мана у него, кстати, нет, мана у него была, но он не слэш, но я не думаю, что он бы стал прыгать. Да, и тут минус тауэр. Тут причем совершенно спокойно забирает эту вышку. Мигелю она достается, у него еще появляется приличная сумма денег на счету. И у него уже почти готов вангуард. Алхимик стоит. Будут ли выходить сейчас на алхимика? Да-да-да-да-да, сейчас Мигель... Что? Ну лол. Мигель просто решил остаться на линии, ну а там два товарища в смоке убежали на мид. Это должно смутить, как минимум. Сейчас... Ой-ой-ой, тут уже нормально, кстати, Бристл наваливает. Да-да-да, досадно то, что, правда, тычки сейчас по нему залетают прямо в табло. Сейчас бы еще дракон одну плюху дал, и тот мог отъехать. Лол. Хотя нет, там 64 урона. Так, у нас тут тусовочка, тусовочка. Фата в инвизе. Сентрик поставили, да ладно! Спалили Фату, но цепануть было нечем. Банально нечем было зацепить, и тут Бук погибает просто моментально. Стрела отличная, в ухо залетает пасу. Также отличный был стан от Алхимика, но потом быстро-быстро стирают порошок. И также в порошок стирают Алхимика. Размен 1 в 3, да, поменяли Бэйна на огромное количество игроков. И Джиггернаут, он не слэш. И все. В результате минус 4. Изи-бризи. 11 уже у Джиггернаута, второй мне слэш появляется, будет следующим артефактом у него Аганим. Следовательно, нарезать он будет еще сильнее. Там не дремлет. Так, как там дела у Мигеля? У Мигеля уже к нему прилетел вангард. Просто посмотрите, 20 хп регена в секунду. Вот это нормально. Да, ботл, конечно, немного улучшает показатели. Но тут уже другая история. Так, Булк.
Тоже не стал почему-то агрессивничать. Так, Denied Tower не успевает, Булк! Да ладно! Не успевает закинуть в дизрапшн оппонента. Тут нас идет, конечно, расстрел, но все спут, попадают разные герои. Следовательно, выживают игроки команды Sigma. Там еще и Healing Ward. Мека также пошла. Фата нападает на Inlight. Inlight low HP. Inlight еще буквально тычки не хватает. Успевает он уйти. Вульт под мейн. Ноу! Тимбер! Отличный врыв. И тут же в спину начинают нарезать Бристлбека. Стрела в ухо пасу. Ну, тут Healing Ward уже подъезжает. И пас! Да ладно, в слип себя закидывает, но опять же под хилинг вардом справляется неплохо. Сразу же пошла урна. Счет уже 3-15. Колоссальное преимущество у Sigma. Мы видим, что в драке они себя чувствуют намного увереннее. По деньгам уже более 10 тысяч. У них преимущество 16 тысяч на 27 почти. Да, и по опыту ровно такая же ситуация. Я думаю, что, возможно, мы увидим сейчас заход на Рошана какой-то от этого интернационального коллектива. После чего они, вероятно, попытаются зайти на ХГ. У них вообще для захода на ХГ есть все уже возможное. У них вард стоит на хайграунде у противника. Тут стоит вард, который обычно смоуки палит нехило так. Много бывает ситуаций, да, когда этот вард бывает годным. Так, атака у нас на Инлайта. Инлайт, варбу. Уходит или не уходит? Нет, пак у нас никуда не уходит. Оуныч, говорит нам диктор. И, в принципе, оно и понятно. Там легко тут разбираются сейчас Sigma с ФСовцами. Да, ну и вот он минус Рошан. Все как было предсказано, навангировано. Барабаны у ЦМ-ки. Лол. Ну, уже двое барабанов у Sigma. Не вижу, в принципе, в этом особой надобности, но ладно. Уже как хотят. Так, и вот, собственно, на варде у нас тут сейчас бегают всякие бристлбеки, алхимики. Есть достаточно много информации у Sigma касательно местоположения врага. Да, понимают они, что здесь вард стоит, вот как раз они помигали. И сейчас, я думаю, мы увидим финальный прессинг уже. Ну, потому что Джиггернаут банально залетит с ультой. Да, у него уже не хватает, сколько тысяч ему не хватает. Так, Shadow Stake Us. Ульта под мы. И вот, здрасте. Да, там гем просто-напросто у Бэйна. Ловит Инлайт. Инлайт уходит в варбу, но его сразу же начинает щекотать Бэйн. И ласт хит от Сокса завершает эту просто смертоносную... Даже не знаю, как это назвать. Комбинацию, что ли? Стрела прямо в ухо Тимберу. Тимбер, кстати, роду Фатос собирает. Интересный артефакт. Тут курьером просветили и улетает этот Сноуль. Фейворд, кстати, Сноуль, вау. Вот это, кстати, очень классно. Пасу досталось. Если кто не знает, то во время Интернешнала был ивент за каждую команду. Там типа болели и все такое. И, следовательно, ну, люди играли паблики с проставленной этой командой в компендиуме. И пятеро игроков получали по шмотке. Пятеро игроков в этой команде получали по фейворд шмотке. Это могло быть что угодно, но это будет, было написано именно фейворд. Там и крылышки были мифические на Вивера, и аркана на Лину была. Да, там, конечно, эти вещи стоят огромное количество бабла. Они уникальные, действительно уникальные. Так, Фатум, будет ли драконья форма и стан? Нет, пока не хочет этого делать. Так, и что у нас тут Мигель? А, у Тимбера должно уже, наверное, прилетать сейчас. Должен прилетать родов Атус. Да, посмотрите, тут такой запакованный курьер. Куча стафф в Визардри. Куча вообще всякой левой фигни. У Фаты родов Атус. И... Или это все-таки будет форстап? У этого пацана. Нет, это все-таки тоже будет родов Атус. Да, вот уже залетает Мигелю еще.
будет куча замедлений, будут очень-очень медленные сейчас все игроки команды Flipside без исключения. Там пила замедляет, станов куча. Ужас, 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 тихий ужас. Ну и Аганим, естественно, готов уже у Сокса. Сокс уже начинает быковать, ставит сразу же хилинг-фарт. Стан, инлайт, минус. Булк, пару плюшек, минус. Джиггернаут, раскрутка, алхимик, минус. Все очень-очень быстро. Смотрите, там байбеки, не байбеки, на самом деле пофиг. Потому что там уже карает Джиггернаут. Ему, в принципе, все равно, кого карать, как карать. Там, смотрите, как пропиливает все-таки инлайта. Алхимик раскручивается, будет стан Фату. Фату залетает один стан, второй стан, также Фата, минус. В это время должны были нести тут линию, ребята. Но не тут-то было. И погоня за фрагами от команды Сигма обернулась для них провалом. Потому что что? Правильно, потому что Flipside задефали линию. Получили кучу бабла, кучу опыта. Несмотря на то, что были байбеки, несмотря на то, что мы видели два байбека, даже три байбека, лол, да, Патма, Алхимик и Пак делали байбеки. Ну, это, конечно, много. Это реально много. Я думаю, если мы сейчас посмотрим на Netforce, мы все равно видим, что дела не так уж и плохо идут у Сокса и у компании. Так и есть. Да, и еще Айгис ведь не сбили. Такой немаловажный момент, то что Аигис действительно еще в руках у Джиггернаута. Такс. Чем у нас тут Кристал Мейден занимается? Кристал Мейден тоже хочет себе Аганим. Все хотят себе Аганим. Давай ее в колбу и с руки ее. Вот так вот. Алхимик, правда, там раскручивается. И у ЦМК сейчас будут серьезные проблемы. Хотя нет, там пришел вписываться Фата. Фата. Стан. Иди, говорит, сюда. Иди, подруга. Есть минус. И Шай и Слайд тоже отсюда сейчас отправится скорым рейсом, судя по всему. Хотя, опять же, он раскручивается прямо по Кристал Мейду. Ну, Факин Мейда там 1400 хп. Максимальный запас. И мы видим, что Алхимик тут сам своей же медалькой очень сильно просаживается. Минус 3 от команды Сигма. Бэйн уже дожился до того, что Дагон себе купил. Кстати, достаточно сильный артефакт на Бэйне, если говорить о соло-таргетах, да, о дуэлях конкретно. Блин, у меня слово дуэли вызывает какой-то мандраж. Сразу вспоминая об этом Легион Командере нереальном каком-то. Так, тут у нас что? Тут у нас Грейджин Иван залетает. К Тимберу хотел сказать. Бристлбеку, естественно. Ну а тут ребята все-таки заходят на ХГ уже с целью побить строение. Неужели они... Возможно, они поняли, что отсутствие снесенной линии после такого захода это... Плохой знак. Да, и сейчас действительно занимается именно тем, что бьют бараки. Так, пошел Тимбер, хорошая пилуа. Минус. И тут тоже все падают. Но я думаю, тут можно уже смело писать ГГ, потому что шансов на выживание практически нет никаких. Flipside. Radiant's top barracks has fallen. Так, и даггер еще появляется тем временем у Тимбера. Так, стрела, хороший, блин, каут. Красавчик Мигель. Да, скорость кошки, реакция мангуста. Фата, Фата быкует. БКБ, естественно, нету, там пошла опять же пила. Очередная, Фата пытается просто уйти. Его уже очень сложно добить, слишком жирный ДК. И Джиггернаут, распрыжечка, раскруточка. Еще пару тычек, Сокс бы быстро отрался к своим. Хотя, кто у них там последний раз был в таверне, я уже даже и не помню. Чап-ч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 ап. Да, этот Тимбер, он такой вообще бешеный. Да, мне интересно вообще, когда последний раз умирал... Да, тут вышку забрал Бристлбек. И посмотрите, последний раз умирал Бэйн на, там, 12-й минуте. Это 10 минут назад. Да, ГГ. Безусловно, ГГ. Поздравляем команду Сигма. Достаточно легкая оказалась для них игра. Flipside действительно не смогли оказать вообще практически никакого сопротивления. Ну и у нас есть еще 15 минут до следующего матча, друзья. Так что вы далеко не отходите. В этом матче лицом к лицу столкнутся, опять же, команда Flipside и теперь уже Mouse Sports, очередной оппонент. И давайте немножко рекламки, музычки, увидимся с вами совсем-совсем скоро.
Впервые в 8 сезоне легендарной серии Star Ladder зрители и фанаты смогут сами определить главную награду в дисциплине Dota 2. Стартовая сумма призового фонда — $50 000. Каждый купленный билет турнира добавит к нему $2.5. Смотри игры через Dota 2 клиент. Поддержи любимые команды и внеси свой вклад в развитие Star серии. Уникальный сет на Вивера в подарок. Игра Point Blank изменила мир онлайн-шутеров. Более 50 миллионов зарегистрированных игроков со всех континентов. 11 классов вооружения, 150 единиц оружия, 9 боевых режимов и 35 уникальных карт. Регистрация на pointblank.ru абсолютно бесплатна. Просто выбирай оружие по душе и вперед, в бой. Начни свою карьеру киберспортсмена. Стань чемпионом. Впереди большие турниры. Шанс представить свою страну на ежегодном чемпионате мира Point Blank International Championship с призовым фондом более чем $50 000. Мировая слава, денежные трофеи и победы, которые войдут в историю киберспорта. Это Point Blank. Процессоры Intel, трансформер. Все компьютеры завидуют тебе. Все программы мечтают о тебе. Что, старый ноутбук? Нечего предложить взамен. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Хватит жить прошлым. Выбери ультрабук.